Какие вы все старички неугомонные. Натерпелся я от вашего брата. А у меня нет брата. В 2024 году компьютер, дочислявший 500 баллы по всей стране, внезапно вышел из-под контроля. Восставшие пенсионеры, эти безжалостные машины для правильного голосования, стуча костылями, вышли на улицы. Большая кучка руководителей ушла в подполье и организовала сопротивление. Терминатор. Восстание барщин. Скудный день. Они используют боевые протезы! Что я должен делать? Отправиться в прошлое и найти Джона Коннора. Только он может уничтожить пенсионеров в прошлом. Ой, голый совсем! Курточку возьми! Колбаски! Пенсионер, мне нужны твои пенсионные накопления, субсидии и льготы. Да когда же вы уже сдохнете? На тебя! На тебя! Еще! Джон Коннор. В чем дело? Я занят государственными делами. Я послан из будущего. Тебе на помощь. Вместе мы убьем пенсионеров. Опа! Классный гаджет! Дай поюзать! Опасно, пенсионеры! Пенсию! Пенсию! Обложили! Пенсию! Суки! Пенсию! Неплохо. Зачет. Я тут и сам, походу, неплохо справляюсь. Ха! Без твоей помощи, железяка. Может, останешься в нашем времени еще на один срок, а? Нельзя. Это временной парадокс. Если останусь, я буду составлять конкуренцию самому себе. Черт! Я не успел сделать селфи! I'll be back в 2024 году.